Ой, Света, ну бренд Лавира нас сегодня просто радует разнообразием. Не только платья, не только брюки, но и целый выбор туник. Туника класса. 1999 рублей. Ты знаешь, Надюша, вот блузы и туники все-таки являются очень самой модной, популярной базовой моделью. Поэтому да. Ирина Кулакова отдает предпочтение именно базовым вещам. Туника очень нравится мне тем, что она выполнена в такой незаезженной композиции. Туника, блуза, рубашка. Вот мы начали с вами с зоны воротничка. Мне очень нравятся такие детали, которые делают женщин молодыми. Как вы думаете, почему француженки какие? Предпочитают вот такой элегантный стиль блуз или платьев с воротничком? Оказывается, эта маленькая деталь, воротничок, творит чудеса. Именно благодаря воротничкам и деталям, рюшам, женщины молодеют. Этот секрет использует в своей коллекции Ирина Кулакова в бренде Лавира. А теперь этот секрет знаете и вы. А значит, вы можете выглядеть молодо, свежо и модно. 1999 рублей. Света, я думала, очень что красиво. Блузы короче. Слушай, нет. Это же практически туника. Это туника, туника ага. классу, действительно, не хорошую длину, 75-77 сантиметров. Но на самом деле она хороша тем, что мы можем ее превратить в блузу. Или можем заправить внутрь, ткань позволяет, она мягкая. Угу. Но все-таки я советую вам выбирать такие вещи, носить их с брюками или с юбками-карандаш. 1999 рублей, например, за нарядную тунику. У нас две расцветки на выбор. Для тех женщин, кто любит праздничные светлые оттенки, мы предлагаем сливочно-белый. На фоне сливочного оттенка выделяется белоснежный кипельный белый воротничок. Мне нравится, что эта блуза украшена цветами. Помните о том, что цветочный принт, флористический принт – это не только тренд, это еще и прекрасный секрет, который скроет ваши какие-то проблемные зоны. Ну и черный цвет. Мне очень понравился черный. Да. На фоне черного ярко выступает самая смелая композиция из огненных, ярких, желтых цветов с лавандовыми оттенками. Невероятно очень красивый принт. Я вижу уже себя в этой тунике летом. Я собираюсь сейчас в отпуск, и такая туника мне идеально подойдет. Если у вас много юбок, карандашей, если у вас много утягивающих лосин или брюк, выбирайте свободную тунику класса. Выбирайте свободный верх и узкий низ, например. Да, вот такое правило. Слушай, ну ведь мне поразительно. Разные цвета, противоположные, но выглядят одинаково нарядно. Вот, и черный, и светлый. Ты знаешь, Надюша, у меня есть еще одно предложение. Давайте посмотрим на нашу модель Любу. Она только что присоединилась к Лале. Вот тот случай, про который я говорила. Туника классу превращается в блузу. Благодаря нежности и мягкости вискозного полотна вы можете легко заправить эту тунику внутрь. У нас получается вариант элегантной нежной блузы. У Любы тонкая талия. И я советую женщинам, у кого такие же формы, выбирать для себя именно этот вариант. Подчеркните ваши формы. На Любе юбка Георгия. Она подходит, зеленый цвет юбки идеально подходит под листву на белоснежной блузе. Кстати, под черный тоже подойдет. Здесь есть зеленое вкрапление. Ну вот, кстати, если вы хотите казаться моложе, вам рекомендуем именно романтичный стиль, именно цветы. Они будут вас освежать, они будут делать вас романтичной и женственной. И этот стиль обожают мужчины. Поэтому, если ваша задача получать комплименты, выбирайте тунику классо. Надюшенька, давай напомним о деталях. Это да. нежный воротник, манжеты, пуговицы декоративные. Мы видим с вами планочку, которая визуально вытягивает и формирует область бюста. Невероятно мягкая и комфортная ткань. Это ваш комфорт. Помните о том, что сегодня многие дизайнеры действительно предлагают не только модные, статусные вещи, они еще и комфортные. И в этом заслуга бренда Лавира. Ирина Кулакова всегда удивляет нас многообразием расцветок. И бренд Лавира сегодня знаком каждой моднице. Да, особенно тем, кто смотрит наш телеканал. Но для тех, кто нас первый раз видит или еще ничего не заказывал, я хочу сказать, что это очень легко. Один звонок. У вас есть телефон? Набирайте. Звонок бесплатный. Общайтесь с операторами. Звонок бесплатный. Оплачивайте при получении. Как видите, все безопасно. Звоните. Туника класса. Давайте посмотрим на посадку изделия и выбор размера. Мне нравится, что эта блуза имеет очень хорошую посадку за счет подплечников. И сейчас мы с вами их увидим. Ирина Кулакова оформляет свою одежду еще и таким образом, что за счет подплечников мы моделируем с вами свою фигуру. Подплечники – это наш
наши скульпторы. Не зря женщины, у кого тип фигуры груши, кто имеет покатую линию плеча, оценили по достоинству наличие этой детали. Она так нам важна. Если говорить сейчас о выборе размера, я хочу посоветовать вам выбрать тунику, именно тунику, на размер больше. Если у вас есть секреты, которые вы хотите скрыть, вещи посвободнее делают это. На Любе туника классу в виде блузы 50 размера. Лали носит 54 и выбирает 54. Если у вас формы богаче, вы хотите их скрыть, выберите плюс один. Спасибо за рекомендацию, но мне очень нравится, как удачно подобраны цвета. Цветы разноцветные на благородном, торжественном, темном фоне, либо на нежном, сливочном. Света, а наша туника, она только спереди такая красивая? Нет, конечно, мы сейчас развернули тунику и показываем вам спинку. Но развернула я вам еще для того, чтобы показать вертикальный шов. Многие думают, что туника — это свободная вещь, и она может визуально делать образ женщины мешковатым. Ирина Кулакова, известный российский дизайнер, предлагает вертикальный шов не только в качестве соединения деталей двух, но еще благодаря вертикальному шву вы моделируете свой силуэт, и туника не кажется мешковатой, она как будто бы обрисовывает ваши формы и делает вас чуть-чуть изящнее. И смотрите, какие диаметрально разные противоположные образы получились. У нас Люба такая нежная, романтичная, в юбке. Лали выбирает практичный комплект с брюками Майами. Так вы можете отправиться и на работу, и даже на вечеринку. Поэтому в этом и есть секрет брендов. Они так, сейчас я разверну нашу тунику, чтобы вы увидели всю красоту, они так подбирают ткани, они так подбирают крой, что это уместное украшение практически на любой случай жизни. На работу, в городе летом, а также на торжественное мероприятие. Ну а цена за нарядную тунику не 5, не 4 тысячи рублей, а 1999. Как стилист хочу напомнить вам, что такие яркие, пестрые базовые модели мы можем всегда дополнить многослойным стилем. Например, в вашем гардеробе есть кардиган. Он однотонный, яркий. Добавьте чуть-чуть каплю яркости в ваш образ. Завершите его. Туника хорошо будет смотреться с удлиненными парками или плащами. Не советую носить тунику на выпуск с укороченными ветровками. Не разрезайте свою фигуру по частям. А если вы заправляете ее в юбку, тогда здесь уместна укороченная модель куртки или ветровки. Вы сейчас поняли наверняка, что основная мысль – успеть заказать. Звоните, телефон на экране, цена сохраняется 1999 рублей.